Отже, начну из такого. Татьяна, Дональд Трамп победил на выборах президента США. Официально полномочия перейдут к нему после инаугурации 20 января 2025 года. Но Путин уже со своей стороны, по крайней мере, публично поздравил Трампа и сказал, что он проявил мужество во время покушения летом. Ну а Лукашенко так вообще на чемпионате во время, скажем так, поколки дров пообещал номинировать Трампа на Нобелевскую премию. Как вы думаете, почему вдруг Путин и Лукашенко такие довольные? Неужели им так выгоден Трамп? Что, осеннее обострение? Я вас умоляю. Таблеточки не те выпили, как бы те, которые пили раньше, уже не помогают. Ой, понимаете, мы же, вот вы правильно в самом начале сказали, что у нас свет перевернулся, перегортался, и что с этим робити, никто же не знает. Потому что все, что работало раньше, не работает. Нового пока ничего нет. У нас везде происходит какой-то алгоритм случайных чисел. Да? У нас побеждает Трамп, который абсолютно, ну не у нас, в смысле, у них. Вот. Я бы так, знаете, устойчивое такое словосочетание у меня отрымалось по вопросу, да, Трампа. Трамп головного мозга. Вот у нас у всех немножечко Трамп головного мозга, потому что мы же не знаем, куда нас завтра кинет. Ну, реально ведь не знаем. И он не знает. У меня такое ощущение. Да, много сказано, как бы, он такой по классике традиционных ценностей всего, начиная от какой-то идеологии и морали, заканчивая бытовыми и технологическими вещами. То есть, да, демократы – это там зеленая энергетика, климатические изменения, там гендерные все эти истории и так далее. Трамп – это вот, пожалуйста, старая добрая, да? Старая добрая, консервативная, условно говоря, Америка. То есть это прошлое. Вот все, что great again – это всегда про прошлое, это никогда про будущее. Вот. Американцы выбрали холодильник вместо телевизора. Понятные какие-то вещи, которые у них уже были. Наверное, так сегодня такой тренд в этом обществе. Как бы я же не имею права в данном случае опускать бюллетень за Трампа или там за демократа. У нас вообще в Беларуси выборов нет, а в Украине война и у всех свои беды. Вот. А Путин и Лукашенко, они же должны как-то реагировать на все. Ну, политик, он потому и политик, потому что он претендует на управление общественными процессами, на управление мозгом, да, своего избирателя. Ну и вот они считают, что да, отлично, сейчас вот Трамп придет, порядок наведет, потому что он по их глубокому убеждению такой же, как они. Такую репутацию Трампу в том числе сделала и пресса определенная, которая была настроена против него, и которая делала из Трампа чудовище. Является он таковым или нет? Скорее всего, нет. Выдержит ли система сдержек противовесов американская какие-нибудь его закидоны? Людей выдержит. Да что еще из хорошего-то? Потому что хочется хорошего. Из хорошего то, что как раз-таки от Трампа можно ожидать какой-нибудь сюрприз, когда будет такое в нашу пользу, что Кремль не будет знать, куда засовывать свои поздравления и пожелания. Татьяна, Лукашенко – это вообще не актор, поэтому что там. Ну, я вот хотела как раз с вами обсудить возможные сценарии развития событий, то, что связано с войной в Украине, а именно войной, которую Россия ведет против Украины. Вот в частности, The Wall Street Journal, известное издание, пишет о мирном плане Трампа со ссылкой на источник, близкий к Трампу, что одна из идей предполагает, что Украина обещает не вступать в НАТО в ближайшие 20 лет, а США будут за это присылать какое-то вооружение. Также Украина и Российская Федерация якобы должны согласиться на демилитаризацию зоны более чем в 1200 километров. Вот скажите, такой сценарий, насколько он вероятный, и можно ли вообще его называть компромиссным? А людей они к оружию тоже будут присылать, пока мы в НАТО не вступаем?
Это вообще, ну, понимаете, я не военный эксперт. Более того, я не человек с украинским паспортом, да, для того, чтобы сейчас по ком-то жестко проехаться катком, я давайте так свой комментарий сделаю как бы со стороны, да. Угу. И то, что пишет Wall Street Journal, кстати, издание тоже обмельчали. Ну, Мердоку уже надо там что-то писать, зарабатывать деньги, у него много всякого разного. Так и Шительман Миша в «Глобусе Украины» в четверг на моем канале сказал поинтереснее версии, чего вообще в мире будет происходить. Вопрос вот в чем. Все, что будет происходить до 20 января, на это все нужно смотреть через призму, как каждый будет тянуть одеяло на себя. До инаугурации, до того, как Трамп не изучит всю аналитику, которую кладут все институты Соединенных Штатов и все службы на стол к новому, вновь избранному американскому президенту, какие сценарии возможны в мире. Их, как правило, там 5 базовых, да, и они рассчитаны на ближайшие 5, 10 и 15 лет. И это делает сводный анализ Пентагон, ЦРУ, Госдеп, ну, в общем, короче, там все аналитические службы и серьезные разведки, которые работают. И вот он будет это все смотреть. Кто-то потом добежит до его ушей, кто-то его в чем-то убедит, кто-то будет убеждать Конгресс. Потому что в любой стране есть и пророссийское лобби, и антироссийское. Какое победит? Кто сможет? Найдется ли тот человек, который сможет убедить Трампа, что Кремль – это зло? Ну, такой же шанс есть? Есть. Но опять же, мы слишком много возлагаем только на одного человека, как будто он будет решать судьбы мира завтра. Есть еще Европа, есть еще наши ближайшие соседи. Это 40% помощи, насколько я помню. Вот. Есть люди, которые прекрасно понимают в политике, это наши ближайшие соседи, когда если мы вдруг ложимся, то следующие они. И они нас точно не бросят. Знаете, вот я сейчас тут часто в последнее время, в том числе по своим общественным обязанностям политическим, езжу и по Европам. Я очень хорошо вижу, как российская пропаганда на языке каждой страны, в которую она приходит, в Литве на литовском, в Польше на польском, в Латвии на латышском, как она обрабатывает... В общем-то, не самые образованные слои населения, которые не хватают звезд с неба в плане, да, как не двигают материи, да, там, не пишут докторские по политологии, а просто живут свою жизнь, им нужно отвечать себе на вопросы, почему курица в магазине стала дороже, условно, да, или почему в этом году они там себе не смогли что-то позволить. И им плевать, что весь мир победнел слегка, потому что был ковид, потому что потом войны. Нет, им проще, когда за них подумали, им рассказали, что... А вот вообще в Литве уровень жизни припал, хотя на самом деле нет, но... потому что вот кормят Украину и Тихановскую эту. Вон она в шубе в дорогой поехала, видите, на машине с мигалками и с охраной. Да все на ваши налоги, поэтому вы живете плохо. А не потому, что, простите, у Литвы тоже есть свое советское наследие. Они не так давно в рамках истории вернулись в семью цивилизованных стран. Потому что у каждой страны, которая становится на путь цивилизованного развития, есть свой путь жертв, отказов от чего-то. Или, условно, экономии даже, да, ну, скажем так, простыми очень слаженно. Сегодня для того, чтобы что-то было завтра построить и сделать, сегодня надо на чем-то сэкономить. Вот, поэтому, и это работает, к сожалению. Вот общаешься с обычными людьми, а общаешься с политиками, они отталкиваются от обычных людей, говорят, ну, у нас тут все так сложно, говорят в Бундестаге, у нас же Восточная Германия вообще против вас. Да ладно, чего же вы не занимались-то? С 86-го года, Восточной Германии, с 89-го, простите. Для того, чтобы она не чувствовала, чтобы у нее эти фантомные боли прошли. Нет уже, знаете, как вот
Нет на самом деле ни рептилоидов, ни масонов, ни центра управления миром. Если бы он был, да, может быть, уже бы все починили, но его нет. А все остальное – это разные вводные, которые меняются совершенно рандомным образом, как, не знаю, итальянские артикли. Их 16 штук, но они, когда парами встречаются, делают еще что-то новое. Понимаете, их еще там 32 получается, и так далее, и так далее. Это как вот такая прогрессия, так и тут. Где-то что-то ляснуло в одном, в одной точке мира, в другом землетрясение. Что у нас Трамп сказал Израилю? Робите, что хотите, да? Вы разбирайтесь, вам можно все. Хочешь спросить, дядя Дональд, а нам? А Украине? Или вы нас подождите, этим можно, этим нет? А в чем разница тогда? То есть такое, в лицемерном мире мы каждый день получаем такие новые вводные, что, по-моему, охреневают даже те, кто должны его чинить, этот самый мир, который поломался. Вот. Поэтому посмотрим. До 20 января выдыхаем, да, как-то нам свои рубыты, помогаем фронту, воспитываем детей, держимся, не едем крышей вообще. Да, анализируем информацию, рассказываем людям, что как бы не надо рано уже это, ползти на кладбище, завернувшись в белую простынь, мы еще поборемся. Сам Трамп сказал, что 24 часа я закончу войну, и потом он в статусе избранного президента сказал. Ну, вот, понимаете? Они закончили уже 24 часа. То есть, ага, хорошо, давайте так. Значит, у нас закончится война 21 января, правильно понимаю? То есть 20 у нас инаугурация, пошел отчет 24 часов, 21 встречаемся здесь же, на этом же месте, на канале «Сейчас», смотрим, каким образом все скинчилось. Ну, это 100%, так будет точно, мы с вами проанализируем, как бы, как прошла инаугурация. Это он, это Трамп, ну, конечно. Сказал.